приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство трех девочек житель Урала Николай Чигиринских отсудил у Хабаровской колонии 30 тысяч рублей в качестве компенсации за отсутствие горячей воды, сообщили в пресс-службе Первоуральского городского суда. По информации представителя суда, в декабре осужденный подал иск к ИК номер 6 ГУФСИН России по Хабаровскому краю, в котором просил признать незаконным бездействие сотрудников колонии, не реагирующих на отсутствие в его камере горячей воды, и обязать устранить нарушение. Чигиринских просил компенсацию за нарушение условий содержания в исправительном учреждении, примерно около 100 тысяч рублей. По решению суда взыскана сумма в размере 30 тысяч рублей, сказала собеседница агентства.